Всем привет! И это какая там часть-то? Какая-то часть Супер Ринка 2077. О, сейчас мы будем смотреть два брейданса там каких-то вот, которые вышли. Кстати, я сейчас заметил то, что 1.05 стоит с версии. То есть там что-то обновились, но какие-то, надо посмотреть, что-то обновили. Надо глянуть. Интересно все-таки. Возможно, что-то еще лучше работать стало. Возможно, да. Это возможно. Но не факт. Кстати, сейчас еще посмотрел звук на всякий случай, потому что у меня бывает такое. Я не знаю, куда он пропадает. Это частенько такое, и... Я без понятия, что с этим делать. Вот. Я покушал. Важная информация. И теперь продолжаем играть. Окей, давай посмотрим, как говорили, прошу сесть. Просто части. Погоди, дай установлю параметры. Давай. Вот посмотрим, что? Правда ли наша кукла потеряла дар речи. Пойдем, Ви. Честно скажу, выглядит не особо вдохновляюще. Ну, во-первых... Привет. Это... Как твои дела? Тебе что-то нужно? Я просто хочу немного поговорить. Прикоснулся. Да. Не, такой, ну посмотри на нее. А успокойся ты. Ну. Эвелин, очень тебя прошу. Помоги мне. Это важно. Я умру, если не найду выход в ближайшее время. Ладно-то, встаем все. Так. А это, блин, как говнюк ведет себя. Меня просто иногда раздражает. Он как будто бегает. Почему он так быстро ходит? Воу, воу, воу. Сколько мониторов. Сажусь. Ладно, запускай. Файлы были сильно побиты. Особо отредактировать не вышло. Ага. Хорошо, что вообще получилось их вытащить. Сейчас. Они загружаются. Ай, давай. Качество так себе, но я сделала, что могла. На что мне смотреть? Обратить внимание на устройство и охрану. Давайте сейчас целиком посмотрим. Нам нужна только планировка комнаты. Оперативно. Я остальное только прибыл. Мы вырежем из Вирта сами. Это бизнес. Надо быть сообщение на связи. Проверить? Только если сумеешь сделать это, Пафе Бори. Главное, чтобы у него не было подозрений. Старайся вести себя, как обычно. А если он сам вдруг начнет говорить о биочипе, что мне? Биочип? Где ты о нем слышала? Биочип не твоя проблема. Сними Вирт, принеси его нам. Тебе заплатят. Это твое единственное задание. Остальное тебя не касается. Поняла? Аленьер. 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 Ложился мой лед. А если он... Ищу... Окей, посмотрели. Можешь смотреться, если хочешь. Это не так важно. Может быть. Но они все из Пасифики. Это сужает область поисков. А если он сам вдруг начнет говорить о бежевом... Лица вообще не видно. На что мне смотреть? Ну, знаешь, в обычных условиях такое шифрование легко взломать. А в этот раз нет. Кто бы эта тетя ни была, она серьезный нетранер. Или просто так работает на пару с таким. Здесь еще есть. Эх, ни хрена себе, это что? Я знаю, что это. И что же? Символы Виве. Ты в них разбираешься? Если ты про их смысл, то это не ко мне. Я просто слышал, кто их использует. И кто? Говорят, что вудуисты. Но это просто слухи. Я не то, что на 100% уверен. Ты про банду нетранеров? Их тяжело найти, они стараются нигде не светиться. Не знаю даже, с чего начать. И что теперь? Теперь, кажется, меня ждет экскурсия в Пасифику.
Так, а здесь что, ничего, наверное, нет. Обратить внимание на устройство и охранные системы. Нам нужна только планировка комнаты. Типа здесь ничего больше нет, да? Отлично, думаю, на этом все. Вообще ничего нету, никакой информации. Ну, типа, банда вудуистов, и что дальше? Чё скажешь? А вторая? Херня какая-то. Ну, теперь ясно, ясно, да. Что случилось в облаках. Это они пытались ее обнулить. Из-за них сгорел ее чип. Не понимаю, ее наказали за то, что она попыталась их наебать? Они поняли, что Эвелин знает гораздо больше, чем должна. Это от них она пыталась убежать. Ну, допустим, да. А кто женщина, вот эта? Женщина, которая наняла Эвелин. Знаешь, кто это такая? Первый раз ее вижу, если честно. Извини, Ви. У нее лицо плывет от волос. Похоже, типа Эвелин вот довольно много нам не рассказала. Да вообще. Если бы я знала, во что она ввязалась. Ну, я так зла на нее. Она должна была только записать Вирт. Круто, что она сумела организовать всю операцию в одиночку. И увести биочип прямо из-под носа у заказчиков. Она стала искать людей, и ее свели с тобой. Она вызвала огонь на себя. И на тебя. Здесь есть еще одна запись. Давай. Хочешь посмотреть? Давай, давай, что я скажу, давай. Запускай. Меня уже ничто не удивит. Ты че? Она умирает тоже? Че, он кашлял сейчас? Oui, allez, allez. Où t'es gain raison, man, c'est tout intelligent pour ça, pour t'es bien. Man, c'est pas enragé. Un pli, c'est pi bon moyen. Nous vivons pour nourrir, souillerie, non, faut que nous prenne chose, là. У Гиом пи бон иде? Ребье. А что перевода-то нет? Критики сам пенс. Аль континью эль фатраваю. Это французский вроде. Французский. Не знаю. На креольском. Раз уж это вудуист. Постой. Кажется, у меня где-то был автопереводчик. Ты пока попробуй настроиться на частоту телефона. Интересно, что говорят с той стороны. Ну, переключайся, что такое? А, режим измерений, точно. Расканируй телефон. Есть. Погоди секунду. Там что-то было про Юри Нобу. Говорила про Юри Нобу. Наверное, поэтому Эвелин спрятала эту запись. Я слышала еще одно имя. Что-то вроде Сильверхенд. Надо перевести, надо узнать, что они говорят. Вдруг что важное. Это вроде французский. Опа! Я, кажется, нашла сборку автопереводчика. Он должен быть совместим с твоей системой. Давай установлю. Окей. Типа бы я дежали. Кукла жесткая. Она слишком уж умная. Не доставит нам проблем. Не осмелится. Что-то не переводит ни хрена. Я не уверен, что Сильверхенд приведет нас к Альт. У тебя есть другие идеи? Если мы закончили корректировать мои решения, иди поработай. Окей, Джуди, хватит. Ладно. Что-то, блин, херня какая-то, вообще ничего не понятно. Ничего не понимаю. При чем тут Джонни Сильверхенд? Он же умер, и это было 100 лет назад. Ви, ты не знаешь? Я знаю. Помнишь, мы украли биочип? Ну? На нем была записана энграмма Сильверхенда. Энграмма? Цифровое сознание. Да. Конструкт личности. Тихо, блин. Слушай, можешь дать мне минутку? Мне надо все это спокойно обдумать. Конечно. Так, теперь ты.
Тони, ты знаешь эту женщину? Есть идеи, как их найти? Блять, Ви. Последние полвека я был мертв. Уж прости, пожалуйста, что я не могу по первому требованию подать тебе все ответы на блюдечке с голубой каемочкой. Слушай, что этим людям нужно от Альт? Да я-то откуда знаю? Да я откуда знаю, вдруг ты знаешь. Предположи. Ты же видишь, как ни крути, все равно все пути ведут к этой нетранерше. Главное теперь найти ее. Я думаю, она много знает об этом биочипе. И, скорее всего, сможет нам помочь. Ты говорил, что нам уже ничто не поможет. Блять, да просто найди эту креольскую тетку и все. Креольскую? Крел? Стоп, что? Не, я просто книгу читал. Архимаг. Там был Крел, чувак. Который, типа, из далекого прошлого. Тут что-то с вудуистами связано давным-давно. Там еще про язык что-то говорили. Подожди, ты уже знаешь, как выйти на контакт с вудуистами? А что, боишься, что я натравлю их на Эвелин? Нет, сначала я тебе не доверяла, но... Если бы ты хотел отомстить Эвелин, ты бы уже давно это сделал. А что тогда не так? Просто хочу, чтобы у тебя все получилось. Что ты будешь делать? Я поспрашиваю. Поспрашиваю людей, позвоню кое-кому. С вудуистами вообще все сложно. Они к себе даже кошку незнакомую не подпустят. Надо понять, кто нас познакомит. Ну, тогда удачи. Надеюсь, все получится. До скорого, Джуди. Ага. Что? Спасибо, Ви. А что, спасибо-то? Нельзя все говорить, нельзя будешь? О! Это типа болт? Не знал, что она и в роботах разбирается. Ты только посмотри на это. Думаешь, собирает их на досуге? После целого дня хардкорной порнухи я бы вообще не удивился. О, интересно. Это не квартира, а какой-то музей древности. Зато ты чувствуешь себя как дома. Это телка сечет. Это все, что ты можешь сказать? И выглядит ничего. На 6 из 10. Давай, ладно. Кстати, можно эту квартиру смотрю? Мне делать некогда. Там закрыто. Так. Коллекция Бушидо в формате брейн-данса. Первые три части давно стали раритетом. Она же не будет говорить, что типа я там что-то сделал. Что здесь? Исключительно контактные линзы. Индикатор болевого порога на кукол. По достижению допустимого значения сессия автоматически прерывается. Клиент получает штраф. О. До сих пор сидишь в подвале с Юди... ну это про то, что в самом начале было. Эпистоя корпорации Синград, одно из крупнейших. Джуди Альварес. Не в облаках. Он корпорат говорит, что его работа похожа на мою. Типа его тоже все время надо притворяться. Ходить играть в гольф с шефом, который чистится фигня. Я ищу актрису для брейк-данса. Клиент хочет как можно меньше хрома. Возраст не важен. Можешь знаешь кое-кого. У тебя все нормально. Не знаю, как мне это хреново в последнее время. Не для меня это все. Клиенты пиздец платят копейки, живу как собака. Извини. Чё? Привет. Извини, что сорвалась. Юзи меня выбесила. А ты попалась под руку. Я все понимаю, но ты была не права. Извини, я знаю. Поговори с ней, когда вы все к
когда все успокоится. Все будет нормально. Сомневаюсь. Решение суда в 16 лет меня незаконно поместили в воспитательную колонию. Это как Синди Робертс, не знаю. Это, наверное, про то, что как раз они спорили. Так. Ну, сейчас мы пойдем как раз выполнять побочки, наверное. Так, как мне выйти отсюда? Ты, блин, не ори вообще. Нет, нет. Все в порядке. Спасибо. Так. Сколько у меня денег-то в итоге? Да, не густо. Вообще не густо, я бы даже сказал. Так, где я нахожусь? Вот тут есть дополнительный какой-то, давай сюда погоним. О, у меня новый уровень. Чё прокачать бы? Реакцию, может быть, и хладнокровие, возможно. Интеллект. Хладнокровие неплохие ответы иногда дают, как в реакции. Ладно, так, все. Реакция мне нравится. Классная вещь. Классная вообще. Сила. Чё прокачать бы? Хладнокровие. Во время скрытного передвижения вероятность попадания повышается. Но у нас скрытно ничего не получается, поэтому какой смысл тут качать что-то? Невозмутимость. Все виды сопротивления повышаются на 2,5 каждый раз, когда суммируется эффект невозмутимости. Восстановление скриптов ускоряется на 3%. Так, это не хочу. Действие невозмутимости длится на 5 секунд дольше. Отдача оружия уменьшается на 2,5% каждый раз, когда суммируется. Блин. Ой, тут что у нас? А, ну тут как раз с оружием связано. Так, урон прицельных выстрелов из винтовок и пистолетов, пулеметов увеличится на 10. Вот это давай. Так, здесь что у нас? Быстрые удары прикладом винтовок и пистолетов пулеметов в ближнем бою наносит на 50%. Это много, кстати, очень много. Так, а это что такое? Вероятность. Звезда смерти какая-то. Вероятность критического попадания при стрельбе из винтовок и пистолетов пулеметов из-за укрытия повышается на 50%. Но я и не пользуюсь этой штукой. Возможно, тут что-то полезное есть в этом. Зрение врага с помощью винтовки или пистолета не дрожит и разбрасывает пулю, не увеличивается в течение 10 секунд. Ага. Ага. Это хорошая вещь, кстати. А это что? Во, вот это хорошая вещь тоже. На 50% увеличивается. Ха, классно. Это X не вам. А то потом будет. Мало ли. Так. Рюкзак. Киберимпланты. Кстати, у меня уже тут по-любому что-то может быть, нет? А ладони типа я сменил? Кстати, 9000 это очень мало, поэтому надо обязательно выполнять какие-то дополнительные задания. Просто по сюжетке идти, мне денег ни хрена не хватает. Б. Галена. Давай, Арч. Блин, он в пробке встал. Дождь идет. А че он стоит-то, объехал бы. Слушай, Вик. Да? Там копы получили вызов на киберпсиха и вроде бы даже выслали патруль. Но с ним уже несколько часов нет связи. Так что либо копы свалили, либо... Можешь проверить, что там случилось? Буду очень благодарна. А, ладно, ладно. Но сначала другое. У меня задание есть еще. Что это было? Открыть сообщение. Не могу ничего ответить, да? Машины в продаже. Что-то, блин, говно какое-то на машину. Это вообще полный пиздец. Я не знаю даже.
Общество, блин, это... Он перестал мне писать, я ему, смотри, его игнорил, он перестал мне писать, хорошо. Вот эту точку можно было бы взять. Ну, блин, мама Уэллс. Ладно, погнали. Уйди! Дай проехать. Дебил, блин. Так, здесь вот сюда. Ну и дорога, конечно, здесь, чтобы наверх заехать. Ой-ой-ой. Ух, попал. Хрен попадешь так, ты надо машину взять нормально. Не люблю мотоциклы, которые уже серию такую ненавижу их. Не могу на них ездить, просто вообще бесит. Мне не нравится. Я люблю машину, полноценное транспортное средство. Что такое? А, посмотреть окрестности моста. Что это такое? Я ранен! Где... Воу! Это что было? Обезвредить киберпсихопатку? А у меня есть пули-то вообще? Ну такое, знаете ли. Что-то патронов-то вообще ни хрена. Что мне с оружием, алло? Бой? Вторжение! А ну, нет! О, а чё у него так мало здоровья уже? Где-то тут он. Давай с этой стороны зайдем. Где тут вход-то был? Уходи, пока не поздно. Патроны. Окей. Да сдохни ты. Ага. Так, извини, мне пришлось его убить. Старая курточка. Он, короче, живой еще. Что за говно? Что это происходит вообще? А кто это такие? Почему по мне стреляют вообще? Нормалек. На всякий случай, блядь. Надо снайперку где-то найти. С этого я не хочу стрелять больше. Там еще двое, да? Он умер? Он не умер. Воу. Где-то вот так, наверное. Нет, чуть не докинул. Вот так, значит. Да бесишь. Идите нахер. Уроды, блин. Да, с этих штук, конечно, патроны не пополняются вообще нифига. Просто копейки. Есть патроны? Нет. А вот. Ага. Сколько? Ну такое, блин, вообще патронов нет. Здрасте. Типа архивный Джон и Дэн. Собрать данные. Ага. Вот патрончики еще есть, окей. Возьмем-ка их.
Что-то пришлось на катании их подбирать. О, что-то есть. Открыть. И что у нас тут? Срочный заказ. Дэн, мне нужно лекарство от головы. Очень нужно, серьезно. Я на пределе. Мысли такие, что хоть петлю лезь. Я помню, что тебе должен. Ну, блядь, чувак, мне очень надо. Прямо сегодня, ты понимаешь? Я тебе что, что хочешь сделаю? Укрою, убью, украду, убью, что хочешь, пожалуйста. Важно. Лишение прав. Право выкупа. Вынужден узнать, что по причине неоднократной задержки платежей банк вынужден вступить в права... короче, понял. В связи со расторжением вашего трудового договора с компанией «Военные решения», ваш полис медицинского страхования «Щит ПТРС» аннулируется. Назначенные осмотры будут отменены, а выделение лекарства препарата утилизировано. Также информируем вас о том, что вы вправе воспользоваться государственной программой медицинского обслуживания ветеранов. В настоящее время срок ожидания медицинской консультации составляет 756 дней. Ни хрена себе! Чтобы записаться в очередь на консультацию, отправьте сообщение с текстом «Помощь». С пожеланием успехов и крепкого здоровья. Угу. Тут еще чип какой-то. Окей, это не то я сделал. Это явно не то. Так, М. Я не М надо было нажимать. Ну ладно. Н. Или что там? Т. Телефон. Режим Джонс. Да не звонить, блин, не звонить. Почему я звонить-то нажимаю? Там тап это потом. Надо. Надо бежать. Да. Тап. Во. Чувак жив. Сейчас скину данные по нему. Он был наемником, который работал по корпу. А, на корпу. Ничего не поменялось. В какой-то момент стал не нужен и оказался на улице. У него остались боевые импланты. Развелось ПТСР. Лекарства он принимать перестал. Дальше знаешь. Спасибо, что учел мои пожелания. В общем, мой знакомый коп только что скинул инфу. У этого чувака в голове хер знает, что творилось. Наверное, каждый час успокоительно закидывал, чтобы башню не сорвало. С корпоративной страховки ему сняли деньги... Деньги кончились, ну и все. Правда, не уверен, что приступ вызвали именно импланты. Но теперь уже не поймешь. Деньги я тебе перевела, спасибо за работу. А сколько? Так, давай следующее задание смотрите. Ну это быстро, быстро задание, мы сделали это. Чего, блин? Ну это вообще какие-то тупые задания. Опять тебе искать что-то. Если только, блин, искать с помощью Гугла. Это прям единственный вариант. Это искать ездить просто так. Это такое себе. 17 тысяч, 14 тысяч, 16. А есть чуть... О, 29 косарей. А что такое Арчер Кварц? Открыть сообщение. Вот это что ли? Да, вот он, вот эта машинка. Ну это гораздо лучше, чем у меня сейчас. Я бы ее взял. 26 тысяч, блин, дорого. Мне еще нужен долг вернуть. Ладно, давай следующий там. Что там у нас в журнале есть задание? Вот это давай, тире. Тир, погнали. Оу, полицейская тачка. Оу, а как мигалки включить? Ни хрена у нее сигналка. Как будто телефон звенит. Как отсюда выехать? Ну, на тачке я люблю ездить. Гораздо интереснее, как по мне. Все, могу говорить. Слушай. Да.
А, понятно. До связи. До связи. Он типа не может говорить, когда бой идет. Окей. Блин, это прям такая, знаете, машинка, как будто из мрачного-мрачного будущего в натуре. Сделано прям шикарно, мне оно нравится. Внешка прям невероятно. Давайте с этой стороны объеду, я не то повернул. Великолепно. Блин, она как танк ездит. Я не знаю, сколько она весит, но она чужие машины просто разносит. Ой-ой, что это было? Провисание какое-то. Давай-давай-давай, направо, поворачивай быстрее. Давай-давай-давай-давай. Как же круто ездить по этому городу. Мне прям нравится, офигенно. Балдежно. На самом деле, может быть, после этого обновления у меня и начались небольшие подвисания. Блин, не знаю. Может быть, как раз они что-то улучшили. Потому что при 1.04 у меня не было никаких подвисаний. Ой, блин. На самом деле, блин, вот это зимой прям жопа. Я прям с трудом иногда, типа, стою, иду куда-то. Потом приходишь так домой, надо повеселей быть. Юху! Да, все верно, поехал. Ну, блин, тяжело что-то в этом году. Я не знаю, мне что-то прям явно не хватает. Зима дикая вещь. Летом хорошо, встал, пошел. Замечательно. Да дай припарковаться ты. Уйди, блин, идет она еле-еле. Моя новая тачка. Полиска. О, еще 2000. Откуда они? Что за 2000 прилетели? А это кто? А, это полиция, что ли? Блин, я думал написано NPC. Я такой, ни хрена себе. Получен новый предмет. О, что-то, погоди. Что-то прикольное. Кстати, да, она неплохо смотрится, эта курточка. Что это? Врагам с наивысшим уровнем угрозы. Дополнительный урон врагам со средним уровнем угрозы. Ну давай этот поставлю. Хорошо, вроде, хорошая вещь. Так, тут у нас такая одна осталась. Неинтересно, значит, оружие. Разобрать можно всякий хлам. Вот это, например, разобрать. Вот это. Вот это. Не знаю, зеленым вообще не буду пользоваться, наверное. Что, блин, за фигня? Синим еще пускай оставляется, а зеленым вообще не буду пользоваться. Нафиг надо оно мне, так скажем. Неохота. А это что? А, вот тут, кстати, можно поставить куда-нибудь. Вот сюда, например. А если что, поставить другую. А, стоп, 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 кое-что забыл. А, у него уже есть прицел? А откуда? Ну ладно-то, хорошо. Это замечательно. Нифига себе пушка. Как она выглядит вообще? Ё-моё. Это что, какая-то пушка Гаусса? Страшная вещь. Ни хрена себе. Так, в лифт, да? Потом я Джиллиан Джордан, и вот что сегодня происходит в мире. Давай, что происходит? Ну, давай, говори. С разрушением в Южной Сибири урановой шахты Лунаринская, которая находится Сибири. Недалеко от Новосибирска, благополучно разрешилась. От Новосибирска? В результате землетрясения высокой магнитуды в шахте оказались заперты 35 горняков. Но благодаря анабиотическим имплантам Суслик-2 шахтеры прошли две недели без продовольствия и воды и смогли выжить. К счастью, после спасения и краткого отдыха для технической оценки состояния весь персонал немедленно вернулся к работе.
Перейдем из подземелья к космосу. Корпорация чисто, блин, русское название. Суслик 2. Здорово. Привет, Ви. Сейчас начинать будем. Если надо в туалет, давай бегу. Мне не надо. Давай. Спасибо за заботу. Можем начинать. Ну так давай на площадку. Только тебя и ждем. Заждались уже. А как то пройти-то тут? Привет, лохудрики. Кто-то сегодня будет проигрывать, да? Давай, куда мне вставать? Вот сюда, что ли? Ну ладно, сколько вас? Всего шестеро? Маловато. Ну тут ладно, шесть позиций, как что бы уж поделать. Правила простые. Видишь мишень — стреляй. Даже если это мишень соперника, все равно стреляй. Кто больше подстрелит, тот и побеждает. А, стреляем окей по мишеням, а не по соперникам. А, и вот еще что. Только малый калибр. Не... Так, окей, понял. Пушка, которую мне только что дали. Вот это, да? Ну, давай. Выпендриваетесь мне тут со своими пулеметами и бомбострелами. Первый а у меня приз пуль пистолет. Нету. Пистолет. Не простой, а классный, охрененный, прямо скажу, пистолет. Патроны ладно дай. Хорош болтать. Перейдем к делу. Ладно. Готов? Давай. Раз. Два. Ну, стартуем. Три, два. Эй, чего это у тебя? А ну, убирай свою двустволку. Я же сказал, только малый калибр. Охренел, что ли? Я исключи его. Я забыл. В другой куртке. Пушку надо держать в кобуре. В кобуре. Шел вон отсюда, чтоб я тебя больше не видел. Да чё ты будешь-то? Чумба. Иду я, иду. Бисер перед свиньями. Как-то так. Есть пули. Погоди, мне патроны нужны. Тут меня закрыли. У меня же могут патроны просто закончиться в конце. А. Ага, все, окей. Ладно. Три, два, один. Давай, где мишени? Пиздец, что-то он долбит. И по мишени, не к стенку, а по мишени. Да я куда стреляю? Молодец, Руди, давай, давай. По-моему, я вообще не могу попасть с этой пушки. Она очень долго стреляет. Осталась половина, ну давай соберись ты. Хуйня полная. Очки надеть забыл. Просто отвратительно играю. Последний шанс. Последний шанс, типа, я проигрываю, да? Ладно. Ну это нечестно, у меня пистолет, а по-моему там с пулеметами стреляет. Уважаю запах пороха. Стоп, все стоп. Закончили. Херня полная. Я первое просрал, место, да? Руди, второе, Ви. Я Ви? Остальные неудачники. Учились, да ладно, стрелять. Я второе место занял что-то херней. Эй, все в порядке? Эй, ты чего? Что-то не так? Эй, да блин, все не так. Чего? Какой толку от соревнования, если я ничего не продам? По нулям! Так ты сам обозвал потенциальных клиентов неудачниками. Так, но... Блять, уважать надо оружие. Ну не умеешь стрелять, ну не берись ты. Ладно, увидимся. Не, ну если бы у меня было другое оружие, может, я больше бы набил. Просто это пиздец. Это пиздец, а не оружие. Где мой пистолет? Вот мой пистолет. А это что? Снайперская винтовка, кстати, у меня есть. Ну-ка, может быть, лучше ее. Смотрите, а что такое? Электромагнитная. Это очень хорошая штука, кстати. Блин. Я бы снайперку нарядил. Снайперка — это хорошо всегда.
Так, что у тебя есть вообще? Что, ничего не продаешь уже? Все? Так, что у меня и задания есть? Какие еще задания? Фига, 40 минут уже, серьезно? Так. Шут из Найт Сити. Как я их должен найти? С Мисти. До офиса Дели Манша. А, во, оно сделалось, да? Ну-ка, давай. Так долго эти кнопки, блин, реагируют. Меня прям бесит. Блин, эта дверь, кстати, убить может. Она с такой скоростью падает. Вот это вот. Видели, что она сделала? Она прям хренак. Ну, второе место нормально. У меня пистолет был говно, надо было что-то другое взять. Я не думал, что это будет. Что-то у меня машина не выбирается, смотри. Блин, почему двери в разные стороны? Прям бесит. Любите такие лифты? Я вот ненавижу. У машины осталось какой-то. Я прям ненавижу такие двери, они отвратительные. Один 4 километра. Обалдеть, с ума сойти. Ну ладно, чё. Компенсация за мою точку. Может быть, не машину дадут еще? Буду ездить на чем-то нормальном. Более-менее хотя бы. Просто пока на угнанной полицейской машине такое себе кататься. Я ее не вызову еще. Это, конечно, круто, она вообще классно выглядит. Я бы ее купил. Но купить ее, я так понимаю, нельзя. Я не то поехал, да? Как обычно. Я всегда этот ворот проебываю. Не могу в него повернуть. Он какой-то незаметный. Хоть и гигантский. Не знаю, как это работает. Кстати, управляется вообще фантастически. Просто раз и повернул. Мне кажется, от полиции вообще невозможно уехать здесь, в этой игре. Она просто фантастически управляется и очень быстро. Чё? Вау! Да я не хочу мотоцикл, но хоть крутой, но я не хочу мотоцикл. Скорость, мототуальность. Думаете, стоит приобрести мотоцикл? Не хочу мотоцикл, отвали. Дай мне машину хорошую. Что за... 1 километр до Доломай. Давай вы здесь фотку можешь сделать. Вот так вот как-нибудь, да? Встать вот сюда лицом. Н. Так, во-первых, персонализация нет. Дрон, все верно. Вот так, думаю, нормально, все сойдет. Нафиг, это я не хочу. Глубину резкости убираем. Я не знаю, почему она включена по умолчанию. Мне не нравится она. Тупость. Бездействие. Там было, где он на машину такой встает. Коленом. Это было неплохо. Где он? О, вот это хорошо, да. Вот эта баба мешает еще. Почему она здесь находится? А как камеру вверх перемещение? Думаю, вот этот хорош. Блин, повыше бы. Ее бы еще повернуть, знаешь, вот так вот. Так, теперь мне нужно как-то его передвинуть немножко, да? Влево-вправо. Вот это можно двигать? Нет, он стоял правильно. Когда вот это близко-далеко.
наоборот. А, все, в машину упирается здесь, да? То есть вот так вот надо делать. Ага. Так, эффект. Выдержка не надо, наверное. Контраст. Контраст еще добавим, потому что темные участки есть такие. И они недостаточно темные. Вот. Светлые участки. Светлые участки чуть посветлее. А, виньетку нужно. Чтобы эффект камеры был. Хроматическая аберрация чуть-чуть тоже. Зернитость. Зернитость не надо. Эффект. Хрен его знает. Некоторые эффекты просто вообще такое. Хотя эта машина хорошо смотрится на ней. На этом эффекте. А, давай попробуем. Да, это хороший кадр. Хороший кадр, все нормально. Есть кадр. Поехали добраться до офиса Деламейна. Офигеть, тут решетка, конечно, ему ездит. Там же ездить невозможно, смотрите на это. Ничего не видно. Ужас какой. Когда можно ездить вообще? Ну, это великолепно в плане того, то, что как продуман город. Ну, типа, да, я вон так и вижу города будущего. Кучу разного света. Я не знаю, кстати, говорил или нет в прошлых частях, типа, ты... Тут есть персонажи, которые говорят на японском. Вроде японском. Точно не уверен. Так вот, я им буду отвечать типа, на родном японском, посылать, чтобы, по крайней мере, что-то говорят хреново. Я им на родном мог объяснить. Поэтому немножко японский начал учить. А там такая жопа. Там очень тяжело это учить. Реально. Это прям... О! Там ничи... Не. Офис Деламейна. Сейчас разбираемся с документами какими-то, да? Лист тебя обнулит нахер, слышишь меня? Попрощайся с бизнесом! Будьте любезны, назовите контактные данные вашего юриста. Да ты охуел, робот! Пока. Обработка данных. Пожалуйста, подождите. Деламейн, привет! Привет, Дел. Добрый день, мадам или сэр. Чем могу служить? По поводу аварии. Не узнаешь меня? Ты послал мне сообщение срочно приехать насчет аварии. Вы разговариваете с подпрограммой сети Деламейн. Увы, мои оперативные возможности ограничены. Сообщите, пожалуйста, идентификационный номер происшествия. Не давай никаких номеров, а то они тебя вычислят. Кто? Корпорация. Что я тут вообще... Ну да, да, сейчас. 771-11-10-10-96. Номер происшествия идентифицирован. 96 в конце номера означает государственный преступник. Да иди ты нахер, дебил. Установлена. Ага. Мистер Ганс Йонас. Кто? Опишите свои ощущения после происшествия номер 7-7-1-1-1-1-0-1-0. Какой Ганс? 9-6. Авто сильно покорежено, мое сердце разбито, но это я обсужу с настоящим Деламейном. Ви, извините, если данная подпрограмма не соответствует вашим ожиданиям. Я пребываю в кризисном состоянии и не могу уследить за всем. Я взял на себя смелость перевести на ваш счет компенсацию за нанесенный ущерб. А этот что? 3400? Да, я блатной. Мы с ним друзья. А, серьезно? Да, пожалуйста. Конечно, давай. Тогда следуйте за дроном. Мы с ним друзья, отстаньте, каким дроном. Пошли. Какой прикольный малый. Что сейчас совсем неудовлетворительный. И... Могу ли я предложить вам экскурсию в качестве некой компенсации? Этот коридор соединяет мастерскую с офисом. А нахуй мне надо? Ну ладно. А вот здесь происходит магия. Мастерская полностью автоматизирована. Я подумываю включить ремонт в расширенный пакет. Куда он полетел?
К сожалению, в настоящий момент мастерская перегружена работой. Ну, надо думать. Причина сбоя в автопарке сети головы пока не установлена. Моя рабочая версия заражена мощным вирусом. Его надо устранить быстро. Рост числа аварий резко увеличивает расходы и привлекает к компании ненужное внимание. Окей. Блин, я так не вырубился. Это командный штаб. Для меня честь принимать вас здесь. Как ни странно. Тебе-то зачем штаб, Тебе-то зачем? Когда-то в этом таксопарке работали люди. Я использовал уже готовую инфраструктуру. Не, с тобой кто-то управляет, у тебя же деньги должны-то быть какие-то. Ну, типа не у тебя, а у кто-то твой хозяин же должен быть. Как бы ты не можешь быть единоличником. Иначе для чем тебе деньги вообще? Вот это я и хотел обсудить. Зеленые индикаторы обозначают машины, которые находятся на связи. Где? Как видите, контакт с несколькими машинами утерян. Это красные лампочки. Нет, не вижу. А вон там дроны не могут помочь? Боюсь, в этот раз необходимо участие человека. Вы оказываете широкий спектр конфиденциальных услуг. Поэтому заколебал таки появляться. С просьбой помочь мне в розыске утерянных машин. Ладно, я помогу тебе найти эти машины. Конфиденциальность понятно почему, чтобы скрыть. Слышать. Сейчас перешлю вам их последние известные координаты. Тогда машины мог побольше денег закинуть. Деактивировать. Тогда я восстановлю управление и верну их в гараж. Что-нибудь сделаю. Автомобили сети Деламейн отлично защищены. Обязательно захватите с собой сканер-криптоанализатор. Сканер-криптоанализатор? Давай, удачи. Как отсюда выйти-то вообще? А, лапулька какая, смотри-ка. А можно эту машину взять? Нет, нельзя. Ну и ладно. Да я выйду сам. Чё ты какой? Привет! Найти такси Деламейна в Уолл-Стрит. Машину, то есть, мне не вернули, да? Какое преступление? Идите вы нафиг! Во, вот эту тачку, кстати, неплохо. Но мне тоже не нравится, хочу что-нибудь гоночное. Такой не. Что я сделал? Какое преступление? Что за бред? Ты даже задел никого. Ага. Новое задание что-то до хрена выпало. Ой, ну заканчивается, кстати, да. То мало ли сейчас это кажется, что это очень долгое задание. Кто его знает вообще. Ну это как танк она ездит вообще. Ей плевать, смотри. Это танк. Ей чуждо вообще столкновение. Из машин. Хорошо, я поищу. А как я должен искать-то вообще? А, типа она пиздец. Ей вообще плевать, она может ехать как угодно. Смотри. Но она чуть тормозит, да, ладно, окей. Ну, в принципе, и пух. Можно в кинотеатр сходить, типа. Откуда же вы все лезете?
Опс, у меня машина задымилась. Окей, я понял, она скоро взорвется. Ну ладно, тогда вылазим. Пора машину вызвать. Ой, не то. Чё, В? Ви, ви. Галена, не хочу мотоцикл, мне он бесит. Не люблю мотоциклы, хватит ничего не говорить об этом. Я не люблю их. И все, точка. Пиздец. Лучше уж на этом буду гонять, ладно уж. Не могу на арчи ездить, я его взял вообще. Да. Туда пока я доеду, еще время. Давайте туда доеду просто и все. Опа-опа-опа, проскачиваем, проскачиваем. Опа, что за херня? А что она едет-то? Да? Эй! Давай поговорим! Я не вернусь! Ясно вам? Никогда! Встанешь у меня на пути, раздавлю! Посмотрим, кто кого раздавит! О, тихо. Что за хуйня? Тихо, уйди. Блять. Пиздец. Тихо, 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 тихо. Иди сюда, за руль. Слышь, свали. Что за говно вообще происходит? Ай, это что было вообще? Пиздец. Я хочу жить, пожалуйста. Не надо. Пиздец, а за что полиция-то меня атакует? Ладно, давайте-то на этом закончим. Я не понимаю пока, как это с этой штукой бороться, потом пойму как-нибудь и пройду, да, как обычно, как-нибудь да их-то пойму. О, фух. 57 минут, нормально. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, ну и пишем по поводу сюжета, что было, потому что сюжет был сегодня, да, был уже, был сюжет, да, заходим в группу там, что там, что-то есть, вот, ну и как обычно всем пока.